Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, народ подключается или не подключается? Так. Ага, вижу, активно начала подключаться вся страна. Значит, в разгар дня смотрю Breaking News в Молдавии. Значит, объявили персоной нон-грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в Молдове. Уже появляются какие-то версии, какие-то комментарии. Часть из них, наверное, имеет право на жизнь, но хочу рассказать реальную картину, а не то кино, которое нам показывает Плохотнюк, и иногда там в подтанцовке ему где-то в этом помогает Дадон. Значит, на что решило сегодня молдавское правительство, это является демонстрацией того, что Плохотнюк и все его лакеи, потому что неважно там спикер, премьер, карманы, депутаты, прокуроры, работники полиции и вообще все, кто служит сегодня этой режиму, это сегодня люди, имеющие отношение к Плохотнюку, который выполняет просто его четкие указания. Сегодня вся эта команда, могу вам сказать, заплыла за буйки. Значит, очень часто, вы знаете, те, кто часто, либо редко посещает разные курорты, особенно на берегу моря, океана, как бы, ну, есть таблички, на которых пишет: просьба за буйки не заплывать, иначе там, как бы, спасатели не несут ответственности и спасти не смогут. Значит, заплыв сегодня за буйки, Плохотнюк однозначно пытается показать внешним партнерам, а именно американцам, потому что сегодня Плохотнюк стал политической сиротой, у него нет абсолютно никакой поддержки сегодня в Москве. Все его вранье, все его попытки выстроить разные схемы, как бы, ну, закончились для него ничем. Плохотнюк прекрасно знает, в каких странах мира он совершал и продолжает совершать разные преступления. От экономических до заказных убийств. То есть его синдикату, как бы, можно все. Извините. Вот. И это, как бы, тоже всем понятно. Сегодня, понимая, что в любой момент за преступления, совершенные, например, на территории Российской Федерации, ему придется ответить. Придется ответить по закону, где там не будет прокурора Виарела Мараря, не будет Николая Китарага, Харунжина, Ковкалюка, там, Саши и одного, и другого там с МВД и так далее. Значит, и сегодня ему нужно изобразить ситуацию, показать, как бы, американским своим хозяевам, что вот так и так, я там великий, могучий Плохотнюк, как бы, русские меня преследуют из-за того, что я, например, объявил Рогозина персоной нон-грата и прочие пакости, которые он устраивал. Это все помнят историю про 5 дипломатов и так далее. Понимаете? То есть сегодня Плохотнюк, объявив Рогозина персоной нон-грата, это он готовит себе алиби перед американцами, перед Интерполами, как бы, ну, четкую версию, что вот русские со мной расправляются. Значит, все его преступления. Если, например, сегодня его в чем-то прикрывает Бухарест, и это очевидно было, да, потому что против Плохотнюка, я вам сознанием дела говорю, существует ряд уголовных дел, по которым он может сесть даже в Румынии. В Румынии сегодня есть лояльная ПСД, с которыми они там зарабатывали, химичили, и на одних выборах, и на других занимались чем угодно, а эти, как бы, его не отдают.
Американцы тоже придерживают. Европейцы как бы сказали четко, что Плохотнюк, все твои комбинации с Дадоном или без, как бы они не пройдут. Те, которых пытался убедить Плохотнюк в том, что он там пророссийский и так далее, ну, в России там, они на пенсии. Поэтому сегодня, не получаясь обмануть русских, не получается у него особо продать котлету, как он думал, что вот я там сделаю там Дадона президентом, и сразу откроются там все русские шлюзы и так далее. То есть это как бы, ну, не прошло. И, ну, Плохотнюку четко дали понять, что, слушай, вот оставайся ты таким великим политиком проамериканским, как бы мы уже видели, к чему, какой популярности, до чего дошла популярность евроинтеграции сегодня в Молдове. Она как бы дошла до того уровня, потому что во главе этого процесса стоял Филат, Плохотнюк, Гимпу, там даже Урикянов в предбаннике поддержали. Вот и вся ситуация. Поэтому, ребят, все, что происходит в стране, все нападки на Россию, это Плохотнюк готовит себе алиби для того, чтобы, когда в розетку включится кипятильник, тогда уже будет арди и арди фуарти тари. Иметь просто алиби. Вот это вся, вот это как бы весь сценарий. Ну и этот сценарий, конечно, как бы для того, чтобы не выставлять карманного своего президента, значит, карманного своего президента не выставлять, как бы, ну, идиотом, но показать, что вот он борется там за Россию и так далее, ну, Дадону все-таки что-то сегодня разрешит сказать, как бы, на эту тему. Хотя лучше бы они рассказали о том, как они готовят досрочные выборы в Кишиневе, в Бельцах, парламентские досрочные. Пусть расскажут о том, сколько людей Плохотнюка будут у Дадона в списке в случае, если выборы пройдут по старой системе до Нового года. Вот этого нам никто, к сожалению, из них не расскажет, но время все расставит на свои места. Поэтому Плохотнюк затеял эту битву. Ну, окей. Но вы поймите, сегодня Плохотнюк пошел открыто против русских, но не знаю, что успел сделать русский, но кипятильник ему будут сувать или паяльник, в том числе американцы. Это надо понимать. Ну, потому что инструмент, который пошатнулся, который вызывает слишком много вопросов, инструмент, с которым нужно возиться, который создает очень много негативного фона, им такие специалисты не нужны, тем более они там подрастили себе других. Поэтому я прошу всех сегодня, в первую очередь, все гражданское общество, ребят, мы должны объединиться, мы должны сегодня быть готовы к тому, чтобы поставить точку на карьере Плохотнюка и всех бандитов, которые вместе с ним руководят страной. Значит, Дадон, будучи таким ушлым, вы же поймите, он такой пусик, как бы, когда разговаривает там с Плохотнюком, там, Домну Влад и так далее. Но Дадон сейчас, как только почувствует первые капли политической крови Плохотнюка, Дадон его там, как курган первый, заклюет. Понимаете? Поэтому ситуация очень удобна сегодня для всех. Для всех тех, которые реально хотят в Молдове что-то изменить. А пока Плохотнюк занимается, если говорить про меня, подготовкой новых уголовных дел, фильмов и так далее, я хочу пожелать успехов всему их творческому коллективу. Работайте, ребят, вы работаете над фильмом. Я работаю над тем, чтобы поставить точку на вашем бандитском вонючем режиме. И избавить Молдову. И отправить вас уже не за буйки, куда вы заплыли сегодня, а посадить всех вас за решеткой, вы пожизненно сядете. Дадон не слезет с этого общего коррупционного дивана, на котором сидит вместе с ними. Значит, сядет и будет сидеть вместе с ними пожизненно. В конце концов, кто-то должен кукарекать им там в 6 утра, когда подъем будет в тюрьме. Всем желаю хорошего дня, пока.